Представители партии «Справедливая Россия» в областной думе тоже с пониманием отнеслись к 10% сокращению зарплат чиновников. Но они обращают внимание на другое несоответствие социального положения и достатка. Меня возмущает несколько другое, когда у нас 16 марта подписывается расширение в указ о льготах, где у нас туда входит прокуратура на бесплатное лекарство, где у нас с вами входят, значит, депутаты Государственной Думы. Но вы знаете, не обижены ни прокуратура, ни депутаты Государственной Думы, да, есть у них деньги для того, чтобы себе приобрести лекарство.